Подвели итоги работы и обсудили планы на предстоящие 2 года. В Нарьян-Маре сегодня прошла 10-я конференция судей Ненецкого округа. Мероприятие прошло при участии главы региона Александра Цибульского, председателя окружного собрания депутатов Анатолия Мяндина и главного федерального инспектора по НАО Александра Бибенина. В приветственном слове к участникам конференции глава региона Александр Цибульский отметил, что согласно статистике, жители Ненецкого округа и страны в целом все чаще обращаются в суды для защиты своих прав. Если посмотреть статистику, социологию, наши люди, по крайней мере в нашем округе, да и в стране в целом, начинают все больше и больше с каждым годом доверять судебной системе. Это говорит о том, что вы делаете большую работу, и вы делаете ее правильно, и ваши решения являются справедливыми. И вы, с одной стороны, являетесь такой истинной в последней инстанции для многих людей, с другой стороны, стоите в авангарде такой цепочки справедливости для человека. Справедливость, я когда-то мы с вами встречали, я говорил этот тезис, я считаю, что для вас это, наверное, основное слово. И я с огромным уважением отношусь к вашей профессии, честно говоря, считаю ее, наверное, одной из самых сложных. Председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин также отметил важную роль судебных органов в жизни округа. Четкая профессиональная работа судебной системы является гарантом стабильности и развития государства, укрепления гражданского мира, упрочения цивилизованных правовых отношений. От объективного, беспристрастного и своевременного рассмотрения дел в суде зависит степень уверенности наших жителей в защите своих интересов, вера, справедливость. С основным докладом на конференции выступил председатель суда Ненецкого автономного округа Евгений Мартынов. Он подтвердил, что в 2017 году жители региона стали чаще обращаться в суды для разрешения гражданских и административных споров. И несмотря на возрастающую нагрузку, дела рассматриваются в установленные процессуальным законодательством сроки. Случаи длительного рассмотрения судьями дел единичны. Все дела уголовные рассмотрены в установленные законом сроки. Почти 80% уголовных дел в 2017 году были рассмотрены в срок до 1,5 месяцев. 18% в срок от 1,5 до 3 месяцев. И 14 дел были рассмотрены в срок от 3 до 1 года. В ходе конференции также прошла церемония награждения. Евгений Мартынов вручил переходящий приз Фемида и благодарность Совета судей мировому судье Татьяне Шевело и членам трудового коллектива судебного участка №1, победителям конкурса на звание «Лучший судебный участок мирового судьи Ненецкого автономного округа 2017 года». Судейское сообщество региона собирается на конференции 1 раз в 2 года для подведения итогов работы, а также для определения задач по повышению качества и оперативности осуществления правосудия, защиты прав и интересов граждан. Сегодня в рамках конференции на альтернативной основе прошли выборы Совета судей Ненецкого округа и делегатов от судебного сообщества на Всероссийский съезд судей. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».